приехала посылка из Китая. Такая подарочная посылка. Вот я уже ее вскрыл. Подарок. Телефон Xiaomi Redmi Note 7. Это защитное стекло. И чехол. Сейчас все посмотрим. Две камеры, 48 мегапикселей и 5 мегапикселей. Разрешение Full HD. Там телефон, а это что? Смотрите, как все качественно сделано. Скрепка. Здесь документация. Ага. Смотрите, здесь чехол есть. Вот так. Защитный. Односторонний. Отложим пока это в сторону. Это самое главное. Евророзетка, провод. Ага. Да, красивый телефон. Снимаем наклейку защитную. Ну и что, первый запуск. Ага. Итак, первый запуск. Redmi. Аккумулятор заряжен более чем наполовину, 67%. И здесь две сим-карты. Проведите вверх для разблокировки. Ну что же, время, естественно, он показывает неверно. Но дата правильная, 1 января, четверг. Так, посмотрим, что здесь есть. Яндекс, галерея, настройки, Play Market, безопасность, приложение Xiaomi, Google, MyPult какой-то, игры, мои комьюнити, очистка. Так, это скрепка. Раз. Крепочка вытаскиваем аккуратненько. Слот для сим-карты. Как видите, здесь можно две сим-карты вставить. Таким вот образом сим-карта встала в паз. И теперь возвращаем ее обратно. Итак, снова. Так. Раз. Вверх. Сигнал пошел у нас. Ага, все, синхронизация произошла. Будильник.
Будильник нам не нужен. Давайте-ка посмотрим баланс. По-моему, 105. Ага, остаток 1 рубль. Понятно. Сообщение. Не получилось, не получилось. Так, ладно. Ну вот, отлично. Будет отличный подарок. Двойная камера здесь. Сенсор отпечатка пальца. Пришла еще одна посылочка. Вот смотрите. Это USB-хаб. Можно, по сути, к телефону подключить много чего интересного. Ноутбуку. Обзор сниму позже. Телефон этот можно активировать как через пароль. Вот, установил специально пароль. Также можно через отпечаток пальца и через сканирование лица. Телефон хороший. Видите, какая блестяшка. Красота. Телефон мне очень понравился, установил много разных приложений. Сейчас введу пароль. Телефон работает очень шустро. Установил. Это стандартная картинка, стандартная тема экрана. Работает быстро. Установил приложение Viber, Skype, WhatsApp, встроенная система безопасности, приложение, калькулятор, запись экрана, FM-радио. Что здесь еще? Погода, календарь. Вот функция очистки очень интересная. Смотрите, как работает. Очистить. Нажимаем кнопочку и пошла очистка. Ну, сами видите, работает хорошо. Приложение Play Market. Установил Яндекс.Карты, навигатор. Все работает замечательно, шустро очень работает. Телефон с двумя сим-картами. Аккумулятор держит хорошо. Вот. Приложение. Это браузер. Выдает какую-то рекламу здесь. Непонятно. В общем, какая-то ерунда здесь. Камера работает хорошо. Как-то так. Хороший телефон.